Всем здорова, чуваки, вы на канале Play Jackson, и сегодня у меня на канале опять эксперимент. ФК Ростов отправляется в УПЛ, где будет меряться силами с украинскими командами. По истечению сезона мы узнаем, на каком месте закончит ростовский клуб. Давайте начинать. В общем, ребята, желто-синие начинают у нас на пятой строчке в УПЛ. Посмотрим, как дальше у них будут продвигаться дела. Первый матч Ростова против Шахтера. Поражение 1-0. Первый поединок в августе против Полтавской Ворсклы. Поражение 2-1. Матч против Киевского Динамо. Поражение 2-1. Ничья с Карпатами. Матч против Александрии. Поражение 2-1. Чего-то Ростову не хватает пока, чтобы одержать победу в УПЛ. Матч против Зирки. Победа 2-0. Победа над Олимпиком Донецк. Кубковый матч против Динамо Киев. Ничья 2-2. И ничья с Мариуполем. Первый матч в октябре против Черноморца. Победа 2-1. Матч против Зари Луганск. Ничья 1-1. Ответный матч Кубка Украины против Динамо Киев. Поражение 2-0. К сожалению, Ростов выбывает с Кубка. Победа над ВРСМ 2-1. И ничья с Черноморцем 1-1. Симулируем ноябрь и смотрим, что у нас там в турнирной таблице. Матч против Ворсклы. Поражение 1-0. И поражение Донецкому Шахтеру 2-1. Смотрим турнирную таблицу. В турнирной таблице ФК Ростов идет у нас на 7-й строчке, набрав всего-навсего 16 очков. На первом месте Донецкий Шахтер 36 очков. На втором месте Динамо Киев 35. Матч против Зирки. Поражение 3-1. Поединок против Александрии. Победа 2-1. И победа над Карпатами 2-0. Итак, ребятки, у нас уже февраль. Первый поединок против Киевского Динамо. Поражение 2-1. Ничья с Мариуполем 2-2. И победа над Олимпиком. Сейчас мы смотрим результаты за март и глянем, что у нас там в турнирной таблице. Первый поединок против Вереса. Победа 1-0. Победа над Зарей 2-1. Проигрыш Шахтеру 4-0. И победа над Александрией 1-0. Турнирная таблица поделилась уже на две группы. Вот так вот выглядят те 6 команд, которые будут бороться за выживание в УПЛ. Как мы видим, здесь Ростова нет. А вот так вот выглядят те 6 команд, которые борются за Еврокубки и, собственно, за победу в украинской премьер-лиге. Здесь Ростов на 5-м месте, набрав 35 очков. В принципе, они могут попасть в тройку, если немножечко поднажмут. Первый матч за апрель против Киевского Динамо. Поражение 2-1. Поражение от Зари 2-1. Поражение от Ворсклы 2-0. Победа над Зарей 2-0. И последний месяц здесь нужно побеждать. Поражение от Киевского Динамо 3-1. Победа над Ворсклой 2-0. Поражение от Александрии 2-1. И поражение от Донецкого Шахтера 3-1. Смотрим турнирную таблицу, как закончился у нас чемпионат. Итак, ребятки, победителем украинской премьер-лиги стал Донецкий Шахтер, набрав 83 очка. На втором месте Киевская Динамо 69. На третьем Заря Луганск 47. Ростов всего-навсего только на 5-м месте. Немножечко не хватило разницы забитых пропущенных, чтобы подвинуть Александрию ниже себя и занять 4-ю позицию. Вот так вот выглядел состав Ростова. Все по дефолту, ничего я не менял. Ну что ж, ребятки, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Play Jackson. До скорых встреч. Пока.